Кататься на гидрофойле с электромотором очень просто. Пульт управления, три кнопки, чтобы настроить комфортную скорость, а дальше от вас требуется просто устоять на доске. Spaceboard имеет российские корни, но сделан в Китае. Герметичный отсек под съемную батарею и блок управления. Съемный карбоновый фойл, крыло и стабилизатор, единое целое с фюзеляжем. Мотор с винтом установлен на мачте, что помогает избежать вентиляции крыла. Слышно, когда винт выходит из воды. Заряда батареи хватает на 1,5 часа. Для запуска двигателя необходимо присоединить магнит, который служит страховкой и крепится на лиш. Стартовать придется с колен, вставая уже на небольшой скорости. Для выхода на крыло достаточно разогнаться. Тяжелая доска имеет заметную инерцию, требуя плавно поворачивать. Из минусов это, конечно, общий вес. Переносить доску с батареей даже вдвоем приходится напрягаться. В комплекте также идут несколько винтов. Это расходники. Сломать его можно, наехав на рыбу или даже на медузу.